Такие вот улочки на Кубе. Кассу сдали. И 3 часа придем за вещами. Ходим, гуляем. Отойди, пожалуйста. Гуляем по старой Гаване. Вон Капитолий, да? Перед нами. Или что-то похожее. Такие вот улочки старой Гаваны. Не зарядил, да? Вон мяско продаю, смотри. Мяско. Hola, señor. Carne. Carne de porco. Cerdo. ¿De qué país es? ¿Cuánto cuesta? Para ti. No, para libra. La libra. 45. 45 за полкило получается. 45 por un libro. Somos turistas rusos. Russo turisto, obligo morale. Ruso. Amistad entre los pueblos de Rusia y Cuba. Para siempre hasta la victoria. Como bombacho. Cuba es buena. Ну, такие тачки здесь, прям везде. Шевроле 50-х годов. На нас Волги похожи, да? Ну, американский автопром рулит. Жигули не сдается. А, это москвич. Это москвичонок, да? Или Жигули? Москвич. Москвич. На Кубе. По-английски написано москвич, да? По-русски? У нас по-русски пишут москвич, да, я тоже уже не помню. У нас много туда на экспорт москвичей было, да, только на одну курс. А кто бы еще покупал? Ну, всякая Чехия, там, Польша. Просто так бесплатно отдавали, всякая Эфиопия. Hola, señora. О, muy hermoso. Muy hermoso aquí. Todo artesanía cubana. Oh, muy hermoso. Qué bonitas. Puede pasar. Qué bonitas. Para que no se lo cuenten. Qué bonitas. Bonitísimas. Hola. Pura artesanía. Pásale. Gracias. Pura artesanía cubana. Gracias. Todo artesanía cubana. Да, какой здесь колорит, ребята. Que tengas un buen día, señor. Gracias a ustedes. Москва? Нет, Сибирь. Комсомольск на Амуре. Комсомольск на Амуре. La escuela cubana. Ah, yes. Los niños de la escuela, un poquito. He estudiado el español porque me gusta mucho. Solamente tres días. Comenzó la escuela. Solamente tres días. ¿Tres días qué? ¿Qué 3 días? Septiembre, primero de septiembre. Primero de septiembre. Go to Hemingway Bar. It's amazing, beautiful. He visitado ayer el bar del Hemingway. No. He visitado. Che Guevara. Che Guevara, tal vez hoy. Hace muchísimo calor aquí. Look, en Che Guevara drinking Habana Fresh. Mucho. Habana Fresh. Señor, que tengas un buen día. Hola, niños. Hola. Вот, я про это говорю, сушка. Вот, сушка. А, вот эти сушки. Которые в заливе свиней. Короче, в заливе свиней империалисты потерпели поражение. А что такое залив свиней?
Ну, где высадились, кто это организовывал? Кеннеди в 61-м году. Они высадили три корабля, сколько там, 1500 человек, да, было? Нет, по 500 на каждого. Нет, три корабля, по-моему, или больше. А, больше. 1500 это то, что осталось. Оля! Оля! О, кено буэно! Дети сумасшедшие, блин. Вот, написано, видишь? Написано? Ну-ка, прочитаем. Ну да, 100-миллиметровка. Да-да-да. Что там? Хаустон, Дуранте и двое вторжения. Ладно, пошли дальше. Да, 61-й год это, да, залив свиней. Вот с этой сушки, что ли, били прямо? Конкретно вот с этой? Конкретно с этой или с таких же? Потом прочитаем. Это все мелочи. С этой стороны... Нюансы – это мелочи. Важно, что выиграли. С этой стороны собора что спасли? Ладно, проезжай. Проспект Прадо, он же называется проспект СМРТ, ну, двойное название у него. Или получается, как, точнее сказать, наверное, это улица Марти, а проспект вот этот именно, где люди ходят, Прадо, пешеходный. Мраморные скамейки. Огромные. Горячий, нет? Нет. Натуральный мрамор, да? Мармоль. Ну пекло вообще, 12 часов жарит так, что ну к 4 часам вообще с ума сойдешь. Может дождик пойдет, скорее всего, освежится чуть-чуть. Духота вообще невыносимая. Пасео дель Прадо. Короче, типа нашего Арбата получается. Видишь, полицейские стоят, охраняют порядок. Красивая колониальная архитектура. Я даже хочу дождика, чтобы это освежело чуть-чуть. Смотри, какая красота. На реставрацию денег у них нет. Все это так стоит, как стоит. Может быть, лучше здесь пролежит. Это лучше, чем он уже прошел. Значит, его уже нет. Прошлое уже прошло, а будущее уже. Да, скамейки тут крутые. Русских морозов нет, поэтому можно сидеть, не застудишь. Следствие прошлого. Старинная колониальная архитектура.
Где-то они вот леса строят, пытаются что-то подновить. Где-то нет. Ну, красотища, конечно. Красотища. Яркий колорит. Испанцы умели строить. Тут будет хуже продувать. Что, вы устали? Посидеть хотите просто? Ну а что, чтобы это прохладненько. Давай, ну. Ну вот он тянется, не знаю, до конца мы, наверное, не пойдем. Сейчас хотим вернуться на Маликон туда, до конца дойти. И 3 часа за вещами на кассу. И нас забирают, заезжают, мы в Гавану едем. Вернее, на Варадеро возвращаемся и купаемся в океане. А потом есть план, либо в пятницу, либо, может, там, суббота-воскресенье поедем на Карибы, съездим. Экскурсия хорошая там. В 3 местах покупаться, красиво очень. Понырять, снорклинг, я сам хочу посмотреть морской мир. Ладно, всем привет из Гаваны. 4 сегодня, да, сентября? Что-то я уже забыл даже. Да, наверное, 4 сентября. Сегодня же 4, да? Ладно, всем пока. В школу они пошли 1 сентября. 3-й день учебы всего. Или когда? 2-го? Когда там понедельник был? Да, архитектура, конечно, завораживает здесь. Ну, пошел дождик, сейчас посвежеет. Духота уйдет на чуть-чуть. Гуляем по проспекту Прадо, ну, типа нашего Арбата, короче. Гуляем по Прадо. Вот Капитолий, пожалуйста. Почти что точная копия Вашингтонского Капитолия. После дождика хорошо гулять. Духота уходит, а то вообще дышать невозможно. Капитолий, Гавана, 4 сентября. Дождик, это классно.
Миш, как оно? Очень хорошо. Все пройдет. Капитулий. Центр Гаваны, красотища. После дождика лепота. Шамиль, вообще красиво. Зачет. Красотища. Гавана, 4 сентября. Гуляем. Радуемся жизни. Эх, красота. Сейчас даем кассу, едем на Вородеро. Завтра океан у нас опять. Ну а через пару дней на Карибы рванем. Вот здесь вот наша касса. Идем сдавать кассу. Едем на Вородеро, возвращаемся. Опять у нас океан, фрукты. А дня через три хотим съездить на Карибы. Покупаться снорклингом, позаниматься. 4 сентября, Гавана.